приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, у нас близится новолуние. Напоминаем, новолуние в феврале будет 11 числа в 22 часа 7 минут по московскому времени, и оно будет в знаке зодиака Водолей. И в этом видео мы с вами проведем практику. Это практика на поиск призвания в новолуние. И именно энергия вот нарождающейся Луны позволит нам успешно провести эту практику. И не только найти вот ваше собственное призвание, но и отыскать работу по вашему сердцу. И, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми людьми, кого вы любите, кого вы цените, кого вы уважаете и кому действительно нужна эта практика. И, друзья, прямо сейчас в комментариях под этим видео напишите: «Я принимаю щедрость благодатной Вселенной истина». Итак, друзья, эту практику нужно провести вечером 11 февраля, когда у нас наступит новолуние. Напоминаем, новолуние у нас в 22 часа 7 минут по московскому времени. И когда у вас зайдет на небосвод новый месяц, следует выйти на улицу и, обращаясь к новому месяцу, проговорить следующие слова. «Месяц молодой, месяц, укажи мне призвание мое, самое заветное, самое важное, самое желанное. Сделай так, чтобы как расти ты будешь, так и я путь свой найду. О помощи тебя прошу, к силе твоей взываю. На могущество твое уповаю. Аминь». И, друзья, стоять следует на хорошо освещаемой луной месте. Действие этой практики начинает действовать практически сразу. Возможно, вы сможете получить ответ во сне, либо, как вариант, появится какая-то подсказка, например, в виде какой-то неожиданной встречи, звонка, разговора. И Луна не только укажет вам на ваше призвание, но и поможет, друзья, именно его и реализовать. Поэтому 11 февраля вечером, уже когда Луна зайдет на небосводе, обязательно обратитесь к Луне и попросите того, чтобы вам направили вас на тот путь, который необходим вам на данный момент времени. И, друзья, прямо сейчас в комментариях напишите: «Я принимаю щедрость благодатной Вселенной истина».